Страшное ДТП на одном из самых загруженных проспектов в Москве. Автобус с дороги съехал в подземный переход. Погибли пятеро. Почему так случилось и кто виновен? Об этом в следующем материале. Автобус возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве ни с того ни с сего выехал на тротуар, где стояли люди. Еще несколько секунд, и он влетел прямо в подземный переход, но застрял на ступеньках. В результате пятеро погибших, в том числе ребенок. Еще 15 получили ранения, 9 человек в больнице. Их эвакуировал вертолет. Автобус, съехавший под земку, оказался корпоративным транспортом столичного инновационного центра. Что стало причиной аварии, следователи еще не знают. Теракт сразу же исключили. По информации Министерства транспорта Московской области, водитель перед поездкой проходил специальную медкомиссию. Поэтому в крови никаких следов алкоголя или наркотиков быть не могло. Главная версия – техническая неисправность. Об этом заявил и водитель. Мол, хотел перепарковаться, но не сработали тормоза. Его задержали. Водитель сейчас находится в таком шоковом состоянии, с ним работают специалисты, медики, работают следователи и уточняют причины. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Разбитый автобус уже вытащили из перехода, но на месте происшествия до сих пор работают следователи и спасательные службы. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер.